В одной из недавних серий я и Пигги нечаянно отправили Акакия в далекое прошлое. Ну что же, настало время его спасать. Пигги, будем спасать Акакия. Блин, что, набрались лайки? Да, придется лезть в прошлое. Ладно, давай только быстрее, у меня еще дел куча. Не спеши, сперва нужно подготовиться. В смысле? Ну, в смысле там фонарик, спички, бластеры лазерные. Какие еще бластеры? А если на тебя нападут? Ну там, в прошлом. Так как ты собираешься обороняться? Палкой, ну или камнем. Да-да, представляю себе. А, не подходи, ща палкой получишь. Ты только его насмешишь и разозлишь. А что же тогда? Обороняться. Я же говорю, бластерами. А у нас разве есть бластер? У нас? Нет, но я знаю, где есть. Думаю, мне не понравится твоя идея. Сгоняем в параллельный мир и одолжим бластер. Блин, так и знала. А в чем проблема? Да странные они там какие-то. Двумерные просто, да и все. Ага, а еще монстров разводят. Но это для нас, а не монстры, а для них домашние любимцы. Ладно, но только ты меня там не оставляй. Само собой. Ну что, готова? Готова. Прыгай сразу после меня. Ну вот мы и на месте. А что это тут все такое странное? Да, мрачновато как-то. Что тут у них случилось? Не нравится мне тут. Давай назад убираться. Подожди, давай разберемся. Так все ужастики начинаются. Так все приключения начинаются. Не надо мне таких приключений. Приключенист доморощенный. Что это? Наверное, телевизор. Нет, телевизор так не рычит. Звук с улицы, пошли. Это не самая лучшая идея. Пигги, у них тут точно что-то произошло. Смотри вокруг. Это не к добру. Найти бы кого-то, чтобы все расспросить. Я бы не стала кого-то искать. Не ворчи, пошли. Димка, Пигги! Димка, Пигги! Димка, Пигги! Вы чего орете? Тихо! О, Димка, а что у вас случилось? Не орите, идите сюда, быстро! Что тут у вас такое и где Пигги? Запомните, ведите себя потише, громкие звуки не издавать и передвигаться только быстро и бесшумно. Не слишком хорошие рекомендации. Помните, как вы в прошлый раз нас посетили? Помним, конечно. Так вот, вы когда ушли, портал не закрылся. Как не закрылся? Вернее, Пигги хотела его оставить открытым. И кое-что сделала. Что? Она бросила в портал картошку. О, нет. Чего? Почему нет? Расскажи ей. После этого портал поменял цвет и засосал Пигги. А через пару минут оттуда начали вываливаться... Монстры? Не совсем. Пигги. Много Пигги. Ну и что? Разве много Пигги это плохо? Не, неплохо. Плохо, когда эти Пигги зомби. Что? Да, Пигги. Картошка изменила биполярные кванты, сделав их квадрополярными, и открыла путь в четвертое измерение, которое в нашей вселенной невозможно. Но это же невозможно! А я что сказал? В нашей вселенной невозможно. Но через портал армия зомбо-Пигги прорвалась в этот мир. Это было похоже на конец света. Кстати, как вы закрыли портал? Никак. Время от времени оттуда появляются новые зомбо-Пигги. Это плохо. Очень плохо. Мы пытались закрыть портал, но он увеличился в размерах. Нужно его закрыть, иначе он поглотит ваш мир. Может, есть идеи? Я знаю.
Нужно направить в портал плазменный поток из помидор. Ты знаешь, как это сделать? Еще бы. Берем котел, в нем варим помидоры. Это должно сработать? Думаю, что да. Где ваш бластер? На кухне. Сейчас принесу. Заливаем помидорное пюре в бластер и стреляем в портал. Фух, помогло. Я думал, наш мир завоюют зомби. Да, не повезло вам с порталом. Вот и мы закинули нашего крокодила в далекое прошлое. Нечаянно. Насколько далекое? К динозаврам. К динозаврам? Ого! Мы, собственно, поэтому и пришли. Одолжите нам бластер от динозавров отбиваться. Я-то одолжу, нет проблем. Но вы же знаете, какие проблемы с прошлым. Какие? Если что-то изменить в прошлом, неизвестно, что изменится в будущем. Нам бы только Акакия спасти. Ладно, вот бластер. Но будьте осторожны. Спасибо, тезка. А как же другая я? Другая Пигги. Спасайте своего Акакия. Но надеюсь, потом вы поможете мне спасти Пигги из мира зомби. Поможем. Точно? Что значит точно? Конечно, поможем. Эй, народ-народ, в прошлой серии я спросил, какие виды фастфуда я поджег в одной из своих серий. Вот ребята, которые ответили правильно, и они попадают в этот выпуск. Держите свои лайки. А те, кто не попал, не расстраивайтесь. У вас есть шанс испытать удачу в этой серии. Ответьте на один простенький вопрос. Будьте внимательны. Как вы думаете, сколько страшилок я рассказал для Пигги и Степана? Ваши ответы пишите в комментариях и попадайте в следующий выпуск. Удачи! I'm